сегодня у нас торжественное мероприятие, посвященное 95-летнему юбилею нашего учреждения. Ввиду ограничений коронавирусных мы не смогли пригласить достаточно большое количество гостей, поэтому сегодня в узком тесном кругу библиотечное сообщество Донецкой Народной Республики, наши коллеги и друзья с нашей территории, с территории нашего государства, конечно, представители нашего руководства, от Министерства культуры, которые, в свою очередь, придут не с пустыми руками. У них будут грамоты и благодарности для лучших работников нашего учреждения. Путь пройден огромный. Периоды были разными, как периоды подъема колоссального, так и некоторое сбавление темпов ввиду перестраивания своей деятельности. Сейчас мы тоже в какой-то степени находимся на этапе определенной коррекции своей деятельности, ввиду, как вы уже упомянули, цифровизации, ввиду других нововведений в целом в мировой практике. Мы на сегодняшний день достаточно качественно, с нашей точки зрения, выполняем свою работу. Можем судить об этом потому, как довольно часто выезжаем в Российскую Федерацию, можем отслеживать их деятельность, деятельность передовых библиотек Российской Федерации. И видим, что мы не отстаем, по крайней мере, с точки зрения профессионализма наших людей, качества выполняемой нами работы. Что касается перспектив нашего учреждения, мы их четко для себя определяем. В ближайшее время прорабатываем и будем согласовывать с руководством стратегии развития на 3-5-летний период, где уже обозначим более глобальные цели. Ну, если в целом сказать, то на сегодняшний день наше учреждение соответствует качеству работы передовых библиотечных учреждений Российской Федерации. В первую очередь, мы, конечно, гордимся нашими людьми и качеством их работы. Вот мы сегодня отмечаем 95-летний юбилей, но стоит отметить, что у нас есть сотрудники, которые отдали по 40 и по 40 с лишним лет своей жизни нашему учреждению. Это большое количество лет, посвященных работе в библиотеке, и позволяет говорить о том, что есть и преемственность поколений. Действительно, престижность библиотечной профессии многие ставили ранее под сомнение, особенно молодежь. Практически невозможно было найти того человека, который бы, вот, молодого человека, который бы грезил этой профессией или специальностью, потому что считалось не очень престижно. Престижнее было быть юристом, банкиром и так далее, и так далее. Сегодня этот тренд меняется. У нас достаточно много молодых сотрудников, средний возраст работников нашего учреждения – это где-то 35-40 лет. Это довольно молодой коллектив. Мы в последнее время укомплектовались молодежью, которая имеет уже по 2-3 высших образования, в том числе и профильных. И для них работать в нашем учреждении сегодня не только престижно, но и перспективно. Они развиваются, мы повышаем им категории, даем возможность выезжать на конференции, симпозиумы, встречи и так далее за рубеж, в частности в Российскую Федерацию, проявлять себя. И помимо того, что они имеют стабильную работу, заработную плату, они еще имеют возможность самореализации. Для сегодняшних молодых людей это одно из самых важных. Мы эту возможность даем, поэтому в наше учреждение молодежь идет,